Смертельная авария произошла под Вологдой. Это случилось на трассе М8 накануне. 69-летний водитель Subaru Forester при выезде на главную не пропустил ВАЗ-2110. В результате водитель отечественной машины, 62-летний мужчина, скончался на месте. Пострадала его пассажирка, а также пассажирка иномарки. Зерно сгорело в металлическом ангаре в Сокольском районе. Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью. Инцидент произошел в деревне Чукшино. Пламя распространилось на площади 38 квадратных метров. Предварительная причина – самовозгорание веществ и материалов, сообщили в МЧС. На 3,5 года в колонию отправится 37-летний житель Чагодущинского района. Его осудили за незаконное лишение свободы ребенка и незаконный оборот оружия. 17 декабря в селе Покровское мужчина запер у себя дома 13-летнюю девочку, которая была в гостях у его детей. 17-летний мальчик попал в реанимацию после аварии в Великоустюгском районе. «Лада» на большой скорости съехала в кювет у Коробейникова. При этом она зацепила юного велосипедиста на обочине. Он находится без сознания. Личность утонувшего мужчины установили следователи Великоустюгского отдела. Погибшего обнаружили в Северной Двине вблизи города Красавино утром 10 июля. Как сообщили сегодня правоохранители, это 36-летний мужчина. Он ушел из дома в Великом Устюге 8 июля. Обстоятельства гибели в настоящий момент выясняются.